В этом году россияне столкнулись с невозможностью оплаты товаров, услуг в торговых точках и интернет-магазинах без предъявления банковской карты или наличных средств. В Сбере нашли выход из ситуации. Безналичные платежи, как раньше, помогают вернуть сервис Сберпэй. Как это работает, в следующем материале выпуска. С помощью Сберпэй теперь можно быстро и безопасно оплачивать покупки в магазинах и на сайтах. Будь то заказ еды из ресторана, онлайн-оплата билета на постановку в Тверском драмтеатре или концерт в филармонии. Если у вас есть карта Сбербанка и установлено приложение Сбербанк онлайн, то ничего дополнительно подключать не нужно. Сервис уже работает. Сбер всегда реагирует на потребности своих клиентов и продолжает развивать инновационные, при этом удобные и безопасные способы оплаты покупок и услуг как на сайтах, в мобильных приложениях, так и в магазинах. Сберпэй уже доступен почти во всех терминалах Сбера в Тверском регионе, а также на сайтах наших клиентов. И совсем недавно этот сервис появился на портале Госуслуги, и до конца года вы сможете воспользоваться платежами Сберпэй без комиссии. Для оплаты покупок в магазинах достаточно отсканировать QR-код на терминале продавца. Чтобы совершить платеж в интернете, необходимо в способе оплаты выбрать зеленую кнопку «Сберпэй» и подтвердить операцию в приложении «Сбербанк онлайн». Преимущества сервиса уже оценили предприниматели. Одними из тех, кто добавил оплату через «Сберпэй», на свой сайт стал Международный детский центр «Компьютерия». Теперь оплатить путевку для ребенка родителям стало проще. Большую часть путевок в детский центр «Компьютерия» наши клиенты приобретают онлайн на сайте. Благодаря системе Сберпэй, которая действует на нашем сайте, клиентам очень легко и удобно оплачивать наши путевки. Во-первых, оплата практически мгновенная. Во-вторых, платеж абсолютно безопасен. И что удобно, клиенту не нужно вводить свои данные карты. Оплата производится путем сканирования QR-кода с экрана монитора, либо можно оплатить сразу напрямую через телефон. Непосредственно перед оплатой клиент видит баланс карты. Если на ней не хватает денег, можно выбрать другую. Кроме того, оплачивая товары или услуги до конца года от 1000 рублей через Сберпэй или с помощью QR-кода, можно еще и выиграть призы. Совершая такие покупки, вы становитесь участником розыгрыша 3 призов по 1 000 000 бонусов. А в конце акции один счастливчик получит главный приз – 5 000 000 бонусов.